Всем-всем привет, друзья! В этом видео нарисуем по клеточкам слона. Чтобы нарисовать слона, нам понадобится серый цвет, и одну клеточку мы нарисуем черным цветом. Слона можно нарисовать и синим цветом, будет тоже неплохо, но я выбрал серый. Итак, берем серый цвет и начинаем. Рисуем 10 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На следующем этапе добавляем слева и справа по одной клеточке, получается 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше снова рисуем 12 клеточек и одну пропускаем. Смещаемся на одну клеточку влево. Рисуем 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одну пропускаем и рисуем еще одну. На следующем этапе рисуем 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше рисуем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Две пропускаем и две рисуем. 1, 2. Следующий этап 11 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующий ряд самый длинный. Мы рисуем 15 клеточек, не пропуская. Добавляем слева одну клеточку и считаем 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На следующем ряду рисуем 14, потому что одну пропустим. Считаем сначала 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одну пропускаем и добавляем еще 2. 1, 2. На следующем ряду внимательно рисуем одну, вправо 2 пропускаем, рисуем 3, 1, 2, 3, пропускаем 2, снова рисуем 3, 1, 2, 3, пропускаем 2 и снова рисуем 2. Давайте сразу закончим рисовать ноги. У нас уже есть на передней 3 клеточки и на задней 3. Нам нужно еще раз
нарисовать два ряда по три клеточки. 1, 2, 3, 1, 2, 3 на задней и точно так же на передней. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну и закончим рисовать хобот. Добавляем еще две клеточки здесь вот справа. И вот тут в центре одну, где мы рисовали три клеточки, от центральной клеточки одну вниз. Ну и все, рисунок практически нарисован. Нам нужно нарисовать черным цветом глаз одну клеточку. Вот здесь вот мы оставили клеточку не закрашенной, закрашиваем ее. Ну и на последнем этапе нам нужно навести уши и хвост. Вот здесь вот одна клеточка у нас нарисована. Я ее наведу сильнее, чтобы она больше выделялась. И сейчас наведем уши. Вот здесь вот у нас есть две незакрашенные клеточки. Мы смещаемся влево на одну клеточку и поднимаемся на 4 вверх. Получается 5. 1, 2, 3, 4, 5. Еще и сильнее навожу. Еще раз рисую поверх уже нарисованных. Еще раз рисую поверх. Точно так же с левой стороны еще 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь на следующем ряду рисуем на одну клеточку меньше, 4, 1, 2, 3, 4, снизу одну пропускаем. И на последнем этапе рисуем 3, 1, 2, 3, еще на одну меньше, еще одну снизу пропускаем. Вот так вот при помощи двух цветов, хотя фактически одного, черным цветом мы нарисовали только одну клеточку. Ребята, подписывайтесь, если любите рисовать по клеточкам. Рисуйте, получайте удовольствие и до следующих видео.